Софика, а ты куда? На пляж, то есть в бассейн. Какие сегодня у тебя задания по бассейну? Я буду плавать в взрослом бассейне и без нарукавников. Вот так. Так что уже взрослый бассейн, переплываем. Отправимся в новое местечко. А тещу с ребеночком отправляем в бассейн. Сами берем самокатики и едем в новое место. Какое, покажем. Так что, погнали. Все, готово. И бабуся едет в бассейн. Ну и все. Едем в бассейне с тещей. Жена рядом. Какая-то, правда, у нас сегодня не веселая. Оля, Дмитрий стоит сейчас в поход на велосипедах, как говорится, по жире. Но на самокатах, чем, что легче. Уже не будет, но ноги не будут болеть 100%. Да? Ну, видите. Сейчас вот туда мы и заберемся. Маленький казус. Это были не те мельницы. Едем мы дальше. Тут еще показывают километров 7 до них. Так, как она называется? Капитана де Крип. Кампус де Крип. Как? Здесь написано мы. И подъезжаем к этому городку, а там уже будем смотреть эти достопримечательности. Путаница происходит из-за того, что в мельнице в большинстве своем почти везде и возле каждого села и городка находится. И выглядит вау, как красиво. Паркинг Малинос Кампо де Криптана. Ну здесь красиво, вот конце Гуэ, говорит, ну там замок здоровенный был, тоже много мельниц, но здесь их еще больше. И я так понимаю, еще их строить будет, потому что, если видите, вон то место, где мы проезжали, вот, недостроено их, опять восстанавливают. И эти мельницы. Просто бизнес-вход маркетинг на ровном месте. Можно в Украине придумать какого-то наркомана, везде наставить какой-то херни, и ездить, и путешествуйте, и смотрите на этот бред. Не, ну это красиво, в каждом городе. Ну что? Ну мне нравится. У нас намного красивее. Не, ну красивее, но оно по-другому, вот, другой какой-то имеет вид. Непривычный нам из-за этого. Величевский, понаставляй всякой фигни и ходи. Вот сколько их? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять мельниц, это которые мы видим сейчас. Раздражает. Человек. Вот это человек раздражает ее. Заметьте, у каждой мельницы есть имя. Музео Энрике Аларкон Карьяре. А ну, все закрыто. О, Оля уже куда-то побежала. Сейчас догоню. В кафешку сразу прибежала. Ну, такая жара, что еще никого нет. И все сделано
Да, бело-синий свет, да? Старинные крыши. Дон Кихоте, Санчо-Ла-Манчинский. Ну и украинские туристы. А видишь, туристы. Выход на крышу есть. Где? Ну вот, ага. Лестница. Не, людишки есть. Присутствует. Мне нравится, знаешь, что больше всего? Они почти в каждом месте. Вот эти такие фонари старинные. Элементы. Даже по всему городу они расставлены. С ледом уже. Как вам городок? Видно, если с камеры. Ну, скоро подниму квадрокоптер. Будет еще поинтереснее. Красивая пара, да? И машина крутая. Мерседес, 170-й. Интересная, каждая мельница есть сзади вот такой крепеж. Или он держит ее? Это противовес. Противовес для мельницы? Странно. Ну, а эти крутилки везде, возле каждой мельницы. Уходит под крышу, считается. И само село, да? Маленькое, тихое. Сейчас вообще не души. Сейчас все отдыхают. Сиеста. Мы погуляем. Мерседес, да? Мерседес просто крутой. 170. Да, я был прав. У каждой мельницы свое имя. Эльбуль Бурлетта. Видишь, везде закрыто. Закрыто. Светильнички. Вечером прикольно, наверное, здесь. А, да, на крыше есть. Хочется и в теньке, и что-то холодненькое, да? О, прикольно здесь терраса, Оль. О, кстати, Дон Кихота. Ну, давай, может, здесь, Оль. Прикольно, только идти так. А вон рядышком еще какая-то терраса с навесом. Так что, полетаем, да возьмем кофеечек. Смотри, какие террасы. Сверху на крыше просто дрова сушатся. Сейчас покажу прикол. Это видите? Евгению надо, иди. Дрова как сушатся на крыше, смотрится просто круто. Терраса, гриль, т.д. и т.п. Если но как смотрится загорелось, так уже. Нормально. Ну что, здесь?
Даже дрон. Попробуй воду. Отказался. Вода, можно чай делать. Короче, даже дрон отказался летать в такую жару. Пока открыл, пока запустил. Ай-яй-яй. Я не могу копейки в руки взять. Пап, так попробуй. Жарят чуть-чуть, да? Я в шоке. Ладно, слаживаемся. Так, вам показали красоты местные. И нормально. Погнали. Дальше в город. Даже парка нет. Где бы встал. Вот здесь мы сейчас. Вот здесь мы сейчас находимся. И вот это все место. Кампо де Крептина. Машина, да? Уже тут гамно что ступишь. Не то, что из-под очков, как будто плачу. Пот течет у меня, понимаешь? Он это хорошо. Ага. Значит, ты работаешь над собой. Дух. Как самочувствие? Жара убивает. Оле сильно не хватило на жаре кататься. Такая жара, что кататься? Что кадр где кататься? По бетонной фигне? Давай, ложи на место. Вон шикарный парк, я посижу, получу испанский. Вон. Сейчас тебе скажу, подожди, снимай меня. Йокаса де камина. Понял? Оля как хочет, а я проедусь. По городку этому на самокатике. Красавец, как обычно, основной памятник. Блин, садится камера, надо подзарядиться. Звоняй Коле, посидим, зарядимся. Ходит, красавица. Не, чтоб на самокате гонять, а нашел принцессу. Ой, сидим в теньке, отдыхаем. Ну тут вообще красивый парк. Ой, да что печальный. Ну все, вот все. Заряжаюсь заодно от самоката. Крутая сумка, блин, реально крутая, которая стегивается. Мне очень нравится. Фух, хорошо в тени. О, прилетел к одному месту. Красивенькая, смотрите, какое. И заметьте, если видите, сверху он уже мельница. То есть мы внизу города гуляем сейчас. Ну и едем дальше.
месте. Следующий экспонат вам покажу красивый. Наверное, ратуша. Центральная площадь. Вон видите, 5 часов. Центральная площадь 5 часов и ничего нет. Кстати, казино. Вот, чем-то попахивает. О, а какой дворик? Вернее, какой дворик, какой домик? Сейчас я вас близко еще сниму вам. Прикольно. Так. Так, такой дворик интересный. Едем по следующим достопримечательностям этого городка. Сейчас пороюсь в карте. А вот знаменитый Кампо де Криптана. Конечно, меня внушающе, но тоже Божья Матерь. Ну, это или ратуша, их местная церковь. Как вам? Ну, симпатично. Заметьте, насколько пустынная улица. Это сегодня суббота и вообще ни души. Пару человек и то. Тот убирает, тот просто по делам каким-то заехал. Вот так здесь тишина. В основном сейчас все дома отдыхают, спят. И ближе к 6 часам, где-то через часик, начнут все вылазить. Бассейны, кафешки, ресторанчики, дети в парке и гулять. Так, движемся в следующую точку. Сейчас гляну, что у нас есть там на карте интересненького. Хотя так глянул, основные места показал этого городка. Название опять же здесь, здесь. О, смотрите, водички бы найти где-то, не могу найти. Фух. Потом уже поеду за Олей, она испанский учит, пока я путешествую по городу. Самокат там очень даже нравится, сумочка просто спасает, крутая вещь. Добрался до этого парка, все близко, маленькая, компактная, больше ничего не видать, по крайней мере Google ничего не подсказывает, куда можно метнуться. Поедем к Соле. Thank you.